Вот у меня поводки, я взял с собой 25 сантиметров. Для чего? Для того, чтобы не было срезов. О, места шикарнейшие просто. Какой шикарный заброс. И вот она. О, хорошая. Есть. О, во-во-во-во. Вход. Хороший был, не знаю. Да, солнышко прям разогревает. Вода упала. Здесь он выплывали в тот раз. Сейчас. Погода. Погода и вода. И на руку, и на ногу сыграл, да? О, здесь уже глубоко, здесь залазить надо. Да. Лучше погребся. Погребняк. Погребняк. Погребнушка. Попозже можно снять, а что, все равно же в лодке. Босиком можно поехать, поплыть. Какие тут пороги? Ужасные пороги. Коряга там впереди прикольная. Такая большая коряга. Да, наверное, надо будет попозже ботинки, ой, сапоги снять, чтоб ноги дышали тоже. Можно в одних трусах плыть, рыбачить. Лето, надо наслаждаться солнцем. Зимой такого нету. Чё поставил, мепс? Мепос. Теперь вся рыба твоя. Река сама несет. Кайфули. Там берега хорошие, обрывистые. Там по-любому хищник есть. Возле них любит стоять жерех, пастись галалвик. Окуни горбатые здесь попадаются. Но здесь мы ловить не будем. Пока. Потихоньку надо раскладываться. Вон. У Радика уже поклевочка была. Кто-то дернул там окунек, наверное. Блесну подрыгал. Если окунек блесну подрыгал, то все. Надо начинать рыболовку. Так что надо готовиться потихоньку. Сегодня взял два спиннинга. Это Godfire, вот он. 228 длина. И... Айка Оберон. Он вообще там 1,98 м, по-моему. Мощная палочка, до 36 грамм. Но я, короче, ее взял для проводки крупной резины. Просто в тот раз, когда я ловил там, помните, да, Саменка поймал. Вот на этот спиннинг. Здесь катушка полторашка стоит. И местами как бы это, даже проводка была немного... Нагрузка такая давалась ей. Поэтому туда я ставлю мелкие приманки, чтобы их легче было проводить. Катушки, чтобы без набряга было. А здесь вот я поставлю... Здесь я поставил Daiwa Ninja LT. Классная катушка, всем рекомендую. Вот именно вот эту. Сколько она сейчас стоит, не знаю. Раньше покупал там что-то за... 3,5, что-то там в районе 4. Еще момент, когда вода мутная, нужно рыбачить с длинным поводком.
Вот у меня поводки, я взял с собой 25 сантиметров. Для чего? Для того, чтобы не было срезов. Щука под водой хреново видит, можно сказать. Когда она атакует, она ориентируется только на колебания. У нее еще там на морде очень много чувствительных точек. Но это все равно, что, знаете, вот вы же по дороге идете, все равно слышите, когда сзади кто-то идет, либо там машина проезжает, да, даже в темноте. Вот здесь то же самое. Она знает направление и бывает очень часто, что бьет выше поводка. И в начале лет или весной очень много срезов из-за этого. Поэтому поводки у меня с собой 25 сантиметров. Сейчас я их откопаю только еще. Где-то они там у меня лежат. Вот они мои поводочки. Три штуки осталось. Вот это, да? Надо закупиться, сходить. Я не вижу узлов уже, наверное, пару лет. Почему? Потому что я использую петли без узловки. Для чего они нужны? Для того, чтобы снасть была крепче. Чтобы большая рыба не ушла. И чтоб... чтобы зацепы все вытаскивать, коряги таскать. О, места шикарнейшие просто. Под кустами, да? Вообще прям райское место. На чё? Где? А? Где была? Офигеть. Прям в траве, что ли? Как? Ага, сейчас отъеду. На чё, на какой силикон? Опять сход? А по ощущению кто? Может, окунь хороший? А, у тебя закрытым крючком, да? По тихой воде пойду. Здесь вот знаю, глубины хорошие, но ничего такого мы здесь не ловили. Ну, что-то разок там окушок был на крупный мэпс, а так... Какой шикарный заброс. И вот она. О, хорошая. Хорошая. Блин, закрутила меня. Хорошая щучка. Еще же меня так крутит-то. Да. Она там в траву встала куда-то. Хорошая поклевка была.
Надо ее вывести как-то сюда. А, блин, что меня крутит? Здесь еще течение. Все там размеры не видно, или она сошла? Не понял. Походу сход, она в траву зашла и сошла, наверное. Да, сошла. Фух. Мой косяк. А, удар был в поводок, я ее не просек. Она сидела, сидела и в траву зашла его. Фух, бля. Надо якориться, чтоб не было такого больше. Хорошая была щучка. Хорошенькая. Не просек я ее. Удар был конкретный прям. Вот такой цвет. Кому-то я, по-моему, отправил уже. А может и нет, дома лежит. Блин, хорошая щучка. Ну такая, кило точно, по ощущениям. Может быть чуть за кило. А может еще больше. То есть я вот немного ее подержал и не просек. Надо все-таки якориться, чтобы пробивать. Ох ты! Как будто сразу был удар. Цвет, значит, рабочий. Такой ядовито-зелененький. Поклевка была окуневая. Окунь дербанул. Видите? Стянул. Прям конкретно окуневая поклевка. Мелкий окушок. Хороший силикон. Ну, цвет я имею в виду. Форма-то понятна, зачет, но цвет прям уже две поклевки на одном месте практически. Был бы окунь покрупнее, то однозначно бы сел. Вот он за хвостик подержал. Вот там совсем детеныш. Обычно окунь такой силикон заглатывает. С погодой, как всегда, фартит. Не жарко и не холодно, прям комфортная температура. Я облачка закрывает. А ты там еще рыб, я здесь. Вот такие. Тоже заебись цвет. О! Ударил и чё? У меня аж спинник вот так ходуном, блин. Я думал, выкидыш, блин. Выкидыш, ну. О! Нет, это уже трава. Там прям поклевка хорошая была, блин. А я чё? Ну. Или чё, или ты? Я тормознулся, да. Промазал же. Я имею в виду это. Якорь бросил. Я бросил, бросил. Промазал, говнюшка. Что-то она уже это сегодня как-то... Два схода уже, блин.
Еще вот этот спиннинг жесткий, поэтому сразу передается поклевка на спиннинг. СМС-ка, да. А? В руки их не беру. А, в руки не беру. В руки. Дорогой. О! Эдвард дебил. Опять поклевка была. Прям по спине. Блин, вот жесткий спинник, чем хороший, у него сразу на этот передается. Вот кто-то чпокнул, короче, окунь или кто. Что-то было непонятно. Дно задевает. О, нет, это не дно, это голова. Несколько раз ударил и сел. А он здесь бьет, пипец. Хорошенький. Здесь стоит, наверное, на пике. Да. Я заикарился. Я заикарился уже. Симпатичный головник был. А если знаешь, поппер ебануть? Поппер рано. Голову делать не ебанет, а сами. Какой? А сами. Да поппер рано. Смотри. Ну, здесь не может быть один. Обычно голавль стайный. Есть. Да. На блесу, да? Да. Угу. Не голавлик, это акушкара. Да, рыбалка пошла. Заглотил прям до жопки. До жабрёв своих. До забродников. Прям ведешь, он, знаешь, какими мелкими тычками такие раз и садится, короче. И окунь, и голавлик так. Ну, сначала, наверное, видать, у меня окунь там был. Потому что я же говорю, вел, какие-то ударчики чувствую, потом раз, голавль сел. Такая рыбалка мне нравится. Разнообразка. Считай, щучку потом половим. Есть. Вот это рыболовка. Блин, на такую рыбалку надо садок с собой, да? Брал? Нет. Бедро он есть типа сзади. Воды набери. Да. А что, прям классический надо, да? Ну, а конечно, не плевает. А ты какой поставил? Да ставь мэпс, зачем тебе какой-то... Есть, поклевка сразу, прикинь. Он там весь копился, акушара. Так, блесна называется понтун 21. А, блесну надо? Зачем крэнк? Хотя фиг его знает. Есть. Маленькую, она оранжевая. Ну, вот такой мелкий, ненужный. Жви, брат, жви. Жви. Красотулькин. Иди. Такой распушился, деловой.
типа я опасный, да? А вот такой нормальный? Ну это троечка, нормально, а что, на окуня-то пофигу. Я большой размер не ставлю, потому что голова мне нужна. Вот он. Прикинь, с каждого заброса рыбка. С каждого заброска стайка говна окуней. Я пока отпускаю. Да что он, зачем такой? Мне крупнее, он вкуснее, крупный. Ну-ка вот сюда бахну, здесь что? Здесь вообще может хороший голавль взять, если честно. Посмотри, может, у меня там что есть из мелких блесен. Вода. Это завтрак. Вода, блядь. Чисто. Печеный лимон. Серьезно? Заварка лимон, пока на клубе. Ага. Я думал, ты чисто в жару, поэтому. На рыбалке надо рыбные консервы есть. Сфоткаем красавца. Офигеть, он вылетает из воды, прикинь. Прям передо мной вылетел, либо жерешок, либо голавлик. Прям на камеру попал. Вон, все белое. Вон, этот. Молоками окропил здесь все, мне голавлик. Походу нерест у него все сейчас. Короче, буду обкидывать. Двумя видами приманки. Силиконом и вертушкой. Поклевка была. Первый контакт. Есть! Блин, цепочку зацепил. Цепочку прям в шею, блин. А, офигеть, я ее пробил. Как мощно, сильно. Вот одна поклевка и силикон в дребезги, можно сказать. А все это хорошо пробивает. Есть! А, блядь!
Короче, ее тут вообще много. Я сейчас одну поймал, но мелкая. Сейчас еще проводка, она прям затянула, короче. Утянула, я не знаю, может, хвост оторвала. Да, вот как у тебя, только это, тоже со всетом. Здесь вообще ее много, блин. Был бы открытый крючок, я бы ее поймал. Но, блин, здесь зацепов много. Некомфортно будет ловить. Сначала, короче, была пустая поклевка. Потом я доловил, мелкая. Прям заглотила, прикинь. А сейчас вот третья поклевка уже. Опять. Ее много, но она мелкая, походу. Вот с жестким спиннингом вообще все передается. Вот любое колебание, любая остановка, любой ударчик. Все прям четко передается. Блин. Особенно на паузах прям тудух. Опять поклевка. Прикинь, на паузе прям. Уф. У меня уже рука болит. Травмированная это, блин. Надо с открытым крючком попробую сейчас. Это что ж крутит-то? Поклевка была. Нет, не ворона. Релакс копыта. Релакс копыта, говорю. Копытко. Тоже не закоренный. Корян. Когда пьян, блин. Ну тупо за хвостик, короче, как-то они этот клюют. Мелочь, походу, да. Мелочь, да. Нос не съел, блядь. Как говно, блядь. Вот там и чучка есть. Нет. А? Вот же она, вот же она, вот же. На мэпс? Да. На красный, что ли? Да. Так я и головля на него поймал. Ох, какой. Злой окунь. Злой окунь. Не, на балансировать устал. Вообще мертв. О, нет, не мертво. Пипец, она прям под лот возле этого взял. Видел, сошла. Да.
Это ну-ка. Это щука. Потому что все изрезало. Да ладно. Первая рыбка сегодня, да? На Киренг. Ну а что, вы хороший гремеш, может опыт остается? Есть. Место хорошее, да. Сейчас. Конечно, здесь окунь, галавчик стопудово есть. Это вот Дима Галавликов ловили, я сейчас окуней на то место по. Есть. Надо пацанам скинуть, чтобы они знали, какая. А то спрашивают. Ну, она все ловит, как бы. Сейчас хрен найдешь. Телефон, блин. О, как круто. О, походить по траве, по мягкой. Да нормальная. Не ледяная, как весной. Зато возможности больше тут. Тебе неудобно, да? Надо развернуться и наоборот сюда кидай. Сошел? Терек-берек. Офигенно, да? Я как у тебя поставлю. Вот я тебе сам посоветовал. А сам не ловлю на него. Как у тебя, да, такой же. Нифига он рулит. О! Удар мощный, да? Офигеть. А вон гоняет, видишь, нет там сколько рыбы. Офигеть, вот это да, хороший вовер. Как раз вот для струи вот этой. Есть? Блин, вот ты молодец. А, я понял, ты догоняешь меня. Есть. Вообще далеко взяла, прикинь. А? На чеке, да? Вообще далеко, не там, где ты говорил. Ну, полкило. Нормально, да? Прикольно. Реально Алик, да? Это копия на орбит. У него еще этот я понял. Что, система дальнего заброса? Да, вот это. Отщелкивается. Вот здесь.
куда хочет сам, со смещенным центром тяжести. Вот она и гуляла, наверное. Хотя тут таких много может быть. Китай-база, да? Вот тебе Алиэкспресс. Алиэкспресс, блядь. Где твой пацан? И щучка-то хорошая, да? Пацан, чувак. Нормально, она крупнее моей. Грамм 700. Пацан мой, нахуй. Ну да. Тем более она у тебя шумовая, а этот же не шумит, оригинал. Орбит, да? Угу. Без сахара катаешь? Да. О! Пипец, у меня аж спиннинг в обратку, прикинь. Ты ж, блядь, крикнул, как будто тебя вытянешь. Нет, а я думал этот. Сильный, там сильная подтяжка такая была. Плавший? Жерех, прикинь. Нифига себе, жерешочек какой. Прикольный. Ну что такое поклевка неадекватная? На что взял? На чики. Если дурак, блядь. Да, ну как, не больше, смотри, он такую баклюшку съест легко. Да я понял, где это. Ну удар был пипец, я думал, я не успею, не смогу подсечь. Я такой сарказ, не знаю. На садок его возьму. Подожди, подожди. Нафиг он меня сейчас все запутает там. Я же угораю. На садок. Только садок не по размеру, блядь. Иди нафиг отсюда. Да-да-да. Магрипа. Магрипа. Гарифуллаевна. Офигеть. Моего силикона малек боится там. Есть. Ага. Я знаешь, как подумал, почему малек в разные стороны разбежался. Я думал, села щука, значит. А что ты это не выкладываешь? Че? Вот этот момент. Я все зачем выкладываю? У меня полно таких. Корягон. Ну, корягу так поймал, блин. Малек разбежался, я думал, щука, значит, села. Рыба аж прыгнула. О! Да удар был головлиный, блин. Я аж испугался. Иряк, блин, удар был хороший прям. Опа! Какушка. Вобер у блесна убийца. Ты решил одеться? Размер. Офигеть. Что, тебе щипчики надо? Поэтому и окунь такой здесь. Вообще вот этих деревьев не было. Такое поле было. Да ладно. Ну вообще, ну трава вот эта вот, отдыхать там. Бутяйка ебать. Деревенька бегала, ебать, как собака. Что за рыба? Где? Во! Тормозимся? Нормальный. Тормозимся, главное, мимо места, ебать. 500 метров к веревке прикинь. Да нет, он здесь есть везде. Хорош. Белый? Нет. Черный с красным. Убойный цвет. Есть! Есть, есть, есть. Хороший, прикинь. Я не знаю. Ого, смотри, какого!
Сегодня день окуней здоровых, короче. Значит, он, видишь, вниз скатился. Скотина. Соскотинился, короче, он. Тетя? Нормально. Ну да. Странно, щуки нет, да? Окушки-то берут, а? О! Сход! Таким? Хороший был, не знаю. Или щука, да. Блин. Хороший был, блин. Вот это поставь на заставку. Трейлер. Интро. Трейлер, да. Я так подвывал, ёпта. Нетонущий. Нетонущий косад. Она работает, сука.